Доброе утро. Здрасте. Сегодня 16 апреля 2000 года. Сегодня воскресенье, и у нас 288 тираж. А в 88 году прошлого века Поль де Гейтер написал звучащий в эфире «Интернационал». В том же году Огюст Роден изваял своего знаменитого мыслителя. Да что там мыслить? Чего там мыслить? Игра наша народная, интернациональная. Не мыслить, а играть надо. Ну, хотя бы сегодня в 288-м тираже телевизионной игры лотереи «Русское лото», которую мы начали в прямом телевизионном и радиоэфире. Сегодня волнительный для нас день, потому что в тиражной комиссии наши коллеги. А когда коллеги приходят посмотреть за твоей работой, невольно начинаешь волноваться. В тиражную комиссию вошли сотрудники московского муниципального предприятия «Спорт Лото», заместитель директора по реализации Любовь Никитина. Здравствуйте, коллега. Инспектор южного отдела Марина Корчагина. Инспектор юго-западного отдела Ольга Тюренкова. Правильно. Ольга Александровна. Уважаемая Ольга Александровна, ваш офис центральный находится на улице Мусоргского, дом 5. Не случайно дом 5. Цифра 5 сегодня будет счастливая. Вы учредили специальный приз, и мы его вручим игроку, который вытащит сегодня бочонок номер 5. Ну, конечно, играть надо. Уж вы кто-кто, а вы это хорошо знаете. Играть надо. И если вы не успели это сделать сегодня, это можно сделать в праздничном тираже. В воскресенье 30 апреля тираж посвящен празднику весны и труда. 1 мая. Не успейте на 1 мая. Ну что же, догоняет День Победы 9 мая, 291 праздничный тираж. Одним словом, играть надо, играть можно и играть никогда не поздно. Ну вот они наши бочонки. Вот смотрите, вот так это у нас все происходит. Я думаю, что вам будет интересно. Кстати, а как у вас с нашими билетами? Ну, в тираж билеты мы продаем около 40 тысяч билетов в тираж. Ну что же, это хорошо. Это по Москве, да? Да, по Москве. По Москве, ну что ж. А вот юго-западный, это юго-западный район Российской Федерации или... Москвы только, да? Ну что же, бог даст, и там все у нас будет в порядке, да и есть все в порядке, более 5 лет мы играем. Вот в эти самые бочонки. Внимательно смотрите эти номера, переставьте их потом в любом порядке, а тем словом, тем временем передам слово нашей компьютерной группе. Галина Афанасьева. В 288-м тираже принимают участие 1 178 576 купленных вами билетов. Все непроданные билеты установленным порядком уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 11 785 760 рублей. Хорошо поработали, и поработали мы вместе. Я прошу, вот он наш мешок. Сейчас я его подставлю, и можно открывать задвижку. Удачи всем, кто купил наши билеты. Вперед. Вот. Дело сделано. И теперь я вас прошу за стол тиражной комиссии. Там вас ждут протоколы. По этим протоколам в ближайший вторник в центральной и региональной прессе появится наша тиражная таблица. В газетах «Комсомольская правда», «Московская правда», «Народная газета», в газете «Отдел кадров» есть работа, работа и учеба, и, конечно же, в еженедельнике «Сударушка». А вот у меня в руках хорошо иллюстрированная еженедельная программа «Все каналы ТВ», где каждую неделю одна страница посвящена новостям от «Русского лото». Наш билет сегодня зеленого цвета. Скоро на деревьях появятся листочки, вот такие же зеленые, как наш билет. И они принесут вам удачу, радость и счастье. Я надеюсь, и этот билет принесет вам в сегодняшнем тираже денежный приз. На нем написано 16 апреля 2000 года, ровно в полдень по телеканалу России, параллельно на волнах радиостанции «Маяк». И, конечно, наш суперприз. Ох, разжирел же этот котища! Наша кубышка нас
Наш суперприз джекпот сегодня в нем 3 миллиона 506 тысяч 33 рубля. Ну, Бог даст, сегодня кто-нибудь самый удачливый и счастливый его расколет. Для этого после окончания игры в одной из карточек билета должны остаться все номера, которые останутся в мешке после окончания игры. Перемешаю. Перемешаю на счастье и на удачу. Вот такая удача 8 марта в праздничном тираже посетила нашего гостя. Виталий Кулик, военнослужащий Северный флот. Сидите, 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 Виталий, вы свое дело уже сделали. До передачи мне рассказали мои ассистенты, что вы купили этот билет на 8 марта. Да. Так, ну я надеюсь, не себе вы купили? Нет. А кому? Купил, да, купил один билет жене. Как супруг зовут? Лена. Леночка сейчас вас видит? Да, наверное. Надеемся. Леночка, поздравляю вас, во-первых, с таким счастливым мужем, и, во-вторых, с выигрышем. А и что, она проверяла, выиграла? Нет, проверял я, а выиграла она. Ах, вот так вот, да? Вы были в море или на суше в этот момент? Нет, я был дома. Дома. И вы сами проверяли. Она не захотела проверить? Или просто не могла? У меня это лучше получалось просто. А. Ну, действительно, это получается, Лена. У него получилось хорошо. А скажите, значит, вы купили, ей подарили, сами проверяли, выиграли. Чей выигрыш? Ее, естественно. Естественно. Я ж подарил. Понятно. Это она тоже так считает, да? Да. Скажите мне, а вы помните вот лицо человека, который вытащил на передаче вам счастливый бочонок? Нет, по-моему, не помните, да? В этот момент радость захлестнула вас. Я помню, что когда вы вытаскивали первые 5 бочонков, ни одного номера в билете не совпало. Так, ну я и не претендую ни в коем случае даже на часть вашего приза. Скажите мне, а вот сумма достаточно большая, я еще не объявлял ее, но я думаю, что сейчас мы ее объявим. Вы хорошо там сидите на стуле, да? Все, да, держусь. Хорошо. Лена, садитесь тоже. Если стоите, сядьте у экрана телевизора, потому что сейчас вы увидите, как ваш муж получает то, что он вам подарил на 8 марта. 246 941 рубль! Вот, вот, значит, это как бы вся сумма. Вот она здесь. Я даже знаю, там рубль. А вот он рубль. У нас все, видите, вот честно. 941 рубль. Скажите, вот, значит, 40 минут прошло в передаче, и вы выиграли. Сколько надо будет времени вам, чтобы потратить эту сумму? Смотря на что тратить. А вот на что вы собираетесь, если мы не вторгаемся в ваши семейные планы? Да мы как-то и даже не думали еще. Да? Насчет того, куда мы их будем тратить. Ну, я думаю, что Лена-то уже подумала, наверное. У меня такое ощущение. Список составила. Да? Потому что я никогда не забуду телезрительницу, которая сказала, что когда она выиграла, пока она доехала до метро ВДНХ, она уже потратила мысленно все деньги. Скажите, вот не могу не спросить, а вы давно играете в нашу игру? Давно, но нерегулярно. Второй раз сыграл. Ну, конечно, вы в море или вы как бы, значит, иногда... Или вы в море? Нет, я в Москве. Скажите, а ваши подчиненные, вы в каком воинском звании находитесь? В различном, от офицера до матроса. Ну, нет, а вы? Капитан третьего ранга. Капитан третьего ранга. А вашим подчиненным вы не запрещаете? Это все-таки азартные игры? Ну, это ж не на корабле. На корабле нельзя в азартные игры. На корабле нельзя, да? На корабле только в морской бой можно. Ну, там тоже крестики, кстати, ставят. Вот. Ну что же, а ваш вот такой пример, удачливый пример, он уже известен вашим товарищам? Нет, нет, неизвестен, да? Командование как отнесется? Не знаю. Не знаю. Товарищи командиры, отнеситесь к этому хорошо. Потому что все-таки, когда у нашей страны не хватает денег, чтобы полностью обеспечить наших военнослужащих, иногда приходится это делать в телевизионной игре лотереи «Русское лото». Поэтому отнеситесь к этому гуманно, разумно, порадуйтесь за своего товарища. Как радуемся все мы. Вот вместе с Виталием Куликом мы и начнем игру в первом туре. Призовой фонд первого тура.
114 321 рубль. Ну что же. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну вот и правила прозвучали. А вот мы и начали игру в первом туре. Номер 44. Номер 44. Прошу. Номер 83. Номер 83. Прошу. Номер 5. Номер 5. Московское муниципальное предприятие «Спортлотро» учредил специальный приз для игрока, который вытащит счастливый бочонок номер 5. Это лототрон на 5 яиц. Вот здесь ровно 5. Вы можете варить их на корабле, когда вы будете вдали от своей супруги. «Спортлото» вам дарит счастливое число номер 5. Номер 43. Номер 43. Прошу. Номер 52. Номер 52. Внимание, среди играющих билетов 39 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Ну что же, продолжаем. И сейчас с вашей легкой руки кто-нибудь довыиграет номер 63. Еще раз повторите, пожалуйста. Номер 63. Номер 63. Лидирует 222 билета. 222 билета. Возможности расширились. И номер 64. Номер 64. Стоп-игра. Стоп-игра. Первый тур выиграли 2 билета, выигрыши по 57 160 рублей. Виталий Витальевич, во-первых, эта сумма, как и сумма, которую только что выиграл игрок в первом туре, не облагается налогом. Поэтому, взяв лототрон и взяв эти деньги, вы можете смело занять место в студии под наши аплодисменты. Благодарю. А здесь у нас появляется игрок под номером 64. Одного выигравшего сменяет следующий вам мягкую игрушку от фирмы «Liberty». Вот ваше место за столом. Прошу. Игра в первом туре закончилась номером 64. Сейчас мы начнем игру во втором туре. Призовой фонд второго тура составил 228 643 рубля. Вот это сумма. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну вот, вы у нас первый игрок за столом. А вам не составить себе компанию. Вытаскивайте по одному бочонку из мешка. Игроки под этими номерами занимают места за игровым столом. Номер 11. Барабанные палочки. Номер 11. Номер 11. Вот ваше место за игровым столом. А вам, как счастливому игроку, который вытащил, вы уже все знаете. Счастливый номер. Вот приз от дирекции русского лото. Это виз, вы можете взвесить свою удачу. Мы продолжаем комплектовать состав участников игры за столом. Номер 14. Номер 14. Номер 14. Вот ваше место за столом. Прошу. Номер 85. Номер 85. Номер 85, прошу вас. Так, прошу. Еще один бочонок. Номер 48. Номер 48. Номер 48. Вот ваше место за игровым столом. И вместе с вами мы продолжаем игру во втором туре. Прошу. Номер 25. Номер 25. Зачеркивайте в своих билетах. Номер 25. Номер 9, точка внизу. Номер 9. Прошу вас. Номер 80. Бабушка. Номер 80. Ваш код. Прошу. Номер 36. Номер 36.
прошу. Номер 71. Номер 71. Ваш код? У вас тут просто призовой завал какой-то. Номер 87. Номер 87. Прошу вас. Поглубже для дороги. Поглубже. Номер 51. Номер 51. Поглубже положишь. Поближе возьмешь. Точно. Номер 20 ровно. Номер 20. Прошу вас. Номер 60. Номер 60. Ход ваш. Номер 39. Номер 39. И вновь мы с вами. Счастливый бочонок. Счастливый, пожалуйста. Номер 29. Номер 29. Шум. Номер 8. Номер 8. Ход ваш. Номер 69 туда-сюда. Номер 69. Вот ваш. Номер 82. Номер 82. Прошу. Номер 86. Номер 86. И вновь ваш ход. Номер 75. 7 пятниц на неделе. Номер 75. Прошу. Номер 35. Номер 35. Номер 35. Номер 13, чертова дюжина. Номер 13. Прошу вас. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Ну вот, появились такие билеты, в которых 14 номеров из 15 уже зачеркнуты. Каждый ход может быть последним. Если вы вытаскиваете счастливый бочонок, то и вот эта самая печь СВЧ, она стала быть... она стала быть и ваша. Ну, удачи. Тем более, что вас с нетерпением ждут с вашим номером телезрители у своих экранов. Номер 23. Номер 23. Игровая ситуация не изменилась. Лидирует один билет. В том билете, в котором 14 номеров из 15 зачеркнуто, ждут этого номера. Номер 18. Номер 18. По-прежнему лидирует один билет. Один билет. Если попадаете в этот билет, то ваша коллекция призов увеличивается. Номер 77. Топорики. Номер 77. Игровая ситуация не изменилась. Не изменилась. Теперь ход ваш. Моя. Не возражаю. Номер 58. Номер 58. Лидирует два билета. Два билета. Прошу вас. Номер 6. Точка внизу. Номер 6. Лидирует 6 билетов. 6 билетов. Вторая попытка. Номер 57. Номер 57. Лидирует 11 билетов. 11 билетов. Как ваше предчувствие? Молчание. Номер 40 ровно. Номер 40. Лидирует 22 билета. 22 билета. Как у вас предощущение? Выиграю. Сейчас выиграете, да? Номер 90, дедушка. Номер 90. Стоп, игра! И действительно, вот это предчувствие, вот это верно. Я от души поздравляю вас. Второй тур выиграл один билет. Его выигрыш 228 тысяч 643 рубля. Вы только вдумайтесь. Вы только вдумайтесь. Вы принесли своей рукой удачу человеку одному. Вся эта сумма досталась одному игроку. Представляете? Вот я тоже очень рад за вас. Причем, вы знаете, сейчас до начала сегодняшнего тиража выиграла в русское лото по всей стране 6 миллионов 868 тысяч 780 человек. Вдумайтесь в эту цифру. Это каждый 22-й житель Российской Федерации. И мы с нетерпением ждем 7-миллионного победителя в нашей лотерее. Его ждет приз. Ну, я промолчу, какой... Но я думаю, что приз этот
очень порадует человека, который окажется волею судьбы 7-миллионным победителем в русском лото. Ну что же, может быть, вы продвинули дальше эту цифру еще на одного победителя. Аплодисменты и вам, сидящему у экрана телевизора, и вам за этот счастливый случай. И это все ваши призы. Сейчас мои ассистентки помогут отнести эти призы вам на место. А здесь, следом за одним победителем, появляется и другой. Вот это дедушка у нас, номер 90. Это скорее бабушка. В далеком будущем. Прошу вас, это ваше место за игровым столом. Сейчас вам сюда принесут полагающуюся вам мягкую игрушку от фирмы «Либерти». Вот прям, да, вот вам прям так вот будет удобно здесь работать. Мы начали игру. Сейчас вот мы начали игру в третьем туре. Но для этого нам нужно узнать призовой фонд третьего тура. 342 965 рублей. Более 342 тысяч рублей. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну что же, волею своей руки вы можете выбрать себе товарищей в студии. Мы начинаем игру в третьем туре. Номер 42. Номер 42. Номер 42, вот ваше место за игровым столом. Номер 31. Номер 31. Номер 31. Прошу вас. Номер 28. Номер 28. Номер 28. Вот ваше место за игровым столом. И игрок под номером 67. Номер 67. Номер 67. Ну, и с вами мы и продолжим эту игру. Прошу вас. Номер 84. Номер 84. Прошу, ваш ход. Номер 10, ровно. Номер 10. Так, ваш ход. Номер 55, перчатки. Номер 55. Прошу вас. Номер 32. Номер 32. Ход ваш, прошу вас. Номер 1. Номер 1. Вот он, номер 1. Ход ваш, прошу. Номер... 45. Громче. 45. Еще громче. 45, вот да. Номер 45. Я хочу, чтобы этот номер запомнили все, кто играет в русское лото. Многие уже знают Ленинский проспект, дом 45. Это наш адрес дирекции русского лото. И тому, кто вытаскивает этот счастливый номер, всегда положен приз. Вот это приз от дирекции русского лото. Мы рады за вас. Мы продолжаем игру в третьем туре. Номер 53. Номер 53. Вот ваш. Номер 88. Номер 88. Сегодня 288-й тираж, и недаром вы оборачиваетесь, потому что сейчас принесут приз. Вам повезло, вы вытащили счастливую бочонку. Вот телефон от дирекции русского лото. 137-65-21. Звоните к нам в дирекцию. Приз от дирекции русского лото. Номер 54. Номер 54. Ход ваш. Хорошо. Номер 61. Номер 61. Прошу. Номер 15. Номер 15. Прошу. Номер 2. Номер 2. Вот ваш. Номер 37. Номер 37. Прошу. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов два билета имеют по 29 совпадений из 30. Вот, появились такие билеты, в которых 29 номеров из 30 зачеркнуты. Значит, каждый ход может быть последним. Если вы вытаскиваете счастливый бочонок, номер, у которого заканчивается игра,
в третьем туре вы получаете телевизор. Но перед входом вы мне должны сказать, да или нет. 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 То есть вы уверены, что сейчас этого не произойдет? Уверен. Абсолютно? Абсолютно. Советоваться не с кем? Не с кем. Хорошо, как скажете. Номер 72. Номер 72. Игровая ситуация не изменилась, лидирует два билета. Абсолютно верно. Тот, кто ошибается, тот уходит из-за стола с утешительными призами. Да или нет? Нет. А посоветоваться, кто смеется? Кто там? Кто смеется? Номер 3. Номер 3. По-прежнему лидирует два билета. Абсолютно верно. Вы остаетесь с нами. Да или нет? Да. Вы не хотите ни с кем посоветовать? Вы уверены, да? Вы с кем сюда к нам пришли? С тетей. Тетя, что вы с... Тетя? Тетя, что делать? Что делать нам? Тетя? Да. Да, ну да тогда. Тетя не возражает, по крайней мере. Номер 70, ровно. Номер 70. Лидирует три билета. Абсолютно неверно. Ну что же делать, тетя? Забирайте свою племянницу с утешительными призами. Это самарские конфеты и приз от дирекции Русского Лото. Ничего, ничего. Надо воспитывать свою интуицию. Надо уметь прислушиваться к себе. Да или нет? А? Нет. 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 Номер 81. Номер 81. Стоп игра! Стоп игра! Третий тур выиграл один билет. Его выигрыш 342 965 рублей. Возрадуемся за человека, который выиграл с вашей помощью. Хотя вы ошиблись, но этот утешительный приз загладит нашу вину перед вами. И я думаю, что вы впредь будете очень внимательно прислушиваться к своей интуиции. Всем игравшим за столом конфеты из Самары, призы от дирекции Русского Лото. Ну что же, вот он, игрок под номером 81. Именно этим номером и завершилась игра в третьем туре. Вам мягкую игрушку от фирмы «Liberty». Вы отправляетесь на свое место, продолжайте играть вместе с нами. А место за игровым столом занимают наши старые добрые друзья. Шоу-группа «Доктор Ватсон». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Прошу вас, садитесь. Садитесь, пожалуйста. Работа предстоит серьезная. Нам предстоит разыграть более 10 миллионов рублей. Мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. Номер 26. Номер 26. Игра продолжается. Прошу. Сейчас будут крупные денежные выигрыши. Номер 78. Номер 78. Игра продолжается. Игра продолжается. Она идет в прямом телевизионном эфире. Сейчас люди волнуются. Сейчас, сию секунду, они могут выиграть эту денежную сумму. Номер 74. Номер 74. Стоп-игра. Четвертый тур. Выиграли два билета. Их выигрыши по 171 483 рубля. Замечательно. Замечательно. Хорошие деньги. Номер 49. Номер 49. Стоп-игра. Выиграла два билета. Выигрыши по 228 640 рублей. Еще лучше. Номер 4. Номер 4. Ход стоп-игра. Выиграла 4 билета. Выигрыши по 114 322 рубля. Неплохо. Номер 79. Номер 79. Стоп-игра. Выиграла 4 билета. Выигрыши по 114 322 рубля. Номер 46. Номер 46. Стоп-игра. Выиграли 5 билетов. Выигрыши по 91 457 рублей. Номер 62. Номер 62. Стоп-игра. Выиграла 9 билетов. Выигрыши по 45 729 рублей. Сейчас на волнах радиостанции «Маяк» информационный выпуск. И я вам, дорогие мои, должен напомнить о следующем. В майских праздничных тиражах «Русского Лото» автомобили, квартиры и крупные денежные выигрыши. «Русское Лото» и «Май» принесут вам удачу. А вот и билеты майских тиражей. Я хотел вам показать. Вот билет майского тиража 30 апреля, посвященный празднику весны и труда. 290-й праздничный тираж. И билет майского тиража, посвященный
празднику 9 мая. 291 праздничный тираж. И на том и другом билете написано: автомобили и квартиры в Москве. Русское лото открывает май праздничными тиражами. В этих праздничных тиражах крупные денежные выигрыши. Автомобили, квартиры в Москве. Стоимость квартиры 460 тысяч рублей. К нам возвратились радиослушатели. Те, кто не слышал, в отдаленных уголках нашей страны квартиры в Москве стоимостью 460 тысяч рублей. В своем регионе вы можете на эти деньги купить и квартиру, и машину, и дачу, и все, что вам заблагорассудится. Играйте в русское лото в праздничных майских тиражах. И хочу вам напомнить о том, что 21 апреля в городе Брянске состоится выездной тираж телевизионной игры лотереи «Русское лото» в помещении Брянского цирка. Мы сыграем с теми, кто туда придет. Они увидят, как передача у нас проходит здесь на телевидении. Апофеозом будет розыгрыш автомобиля. Конечно же, все, что вы выиграете, вы можете получить в Брянске и можете получить в том регионе, в котором вы купили билет в Брянске. Об этом уже позаботились. Итак, до встречи 21 апреля в Брянске. А здесь сейчас мы продолжаем. Продолжаем нашу игру. Номер 56. Номер 56. Стоп-игра выиграла 17 билетов в выигрыше по 23 536 рублей. Напоминаю, что все, что вы выигрываете, не облагается налогом. Сколько выиграли, столько получили. Номер 34. Номер 34. Стоп-игра выиграла 19 билетов, выигрыши по 18 051 рублю. Номер 21, 21 апреля в Брянске. Номер 21, стоп-игра выиграла 28 билетов, выигрыши по 9 799 рублей. Я думаю, что вот взял как раз Тимур 21 апреля. У него 27 апреля день рождения. Символично, конечно. Да, и мы будем отмечать в Люберцах. Номер 7. Символично. Номер 7. Стоп-игра выиграла 50 билетов, выигрыши по 4572 рубля. Номер 89, точка внизу. Номер 89. Стоп-игра выиграла 37 билетов, выигрыши по 6180 рублей. 17. Номер 17. Номер 17. Стоп-игра выиграла 134 билета, выигрыши по 1706 рублей. Номер 76. Номер 76. Стоп-игра выиграла 197 билетов, выигрыши по 1741 рублю. Номер 66. Номер 66. Стоп-игра выиграла 345 билетов, выигрыши по 994 рубля. Ой. Номер 24. Номер 24. Стоп-игра выиграла 600 билетов, выигрыши по 571 рублю. Номер 47. Номер 47. Стоп-игра выиграла 875 билетов, выигрыши по 392 рубля. Номер 65. Номер 65. Стоп-игра выиграла 1411 билетов, выигрыши по 243 рубля. Номер 73. Номер 73. Стоп-игра выиграла 1939 билетов, 19, выигрыши по 236 рублей. Номер 19. Номер 19. Стоп-игра выиграла 3850 билетов, выигрыши по 148 рублей. Жор, я тебя перемешаю. Да, пожалуйста, ну бери что хочешь. Я же не против. 16, пап, надо, ну, пожалуйста, пап, ну возьми для папы. Номер 33. Номер 33. Стоп-игра выиграла 6363 билета, выигрыши по 135 рублей. Номер 12. Номер 12. Стоп-игра выиграла 9455 билетов, выигрыши по 127 рублей. Разыгрывается последний ход. Последний ход, прошу. Я сейчас такое вытащу. Номер 50, полста ровно. Номер 50. Стоп-игра выиграла 14947 билетов, выигрыши по 107 рублей. Есть выигрыши. На 82-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью. В мешке осталось 8 бочонков.
Ну что ж, дорогие мои, я вот тут вас приспособлю пока свои билеты. Я высыпаю все, что там осталось в мешке. Вместе с вами мы должны убедиться. Вот сколько их тут, ровно 8 уже вижу. Проверьте, пуст ли мешок. Вот, ровно 8 бочонков. Я называю номера, которые остались в мешке, которые зачеркивать не надо. Номер 16. Номер 16. Номер 22. Номер 27. Номер 30. Номер 38. Номер 41. Номер 59 и номер 68. По этим номерам нужно проверить, не выиграл ли ваш билет в туре на удачу. Дополнительный розыгрыш «Тур на удачу» выигрывают билеты, у которых все три числа, расположенных в окошке «Тур на удачу», окажутся в числе невыпавших бочонков. Ну вот, а теперь нам надо узнать, какова судьба нашей кубышки суперприза «Джек-код». Суперприз джекпот размером в 3 506 033 рубля разыгран! Разыгран! Я почувствовал! Ну вот, вот еще один праздник. Праздник на нашей, на нашей общей улице. Мы с нетерпением будем ждать появления этого человека в нашей студии. Такой суперприз, мы рады. Рады за вас, потому что вы сможете попросить и свои финансовые дела, и свои... финансовые дела своих родственников, родных и близких. Вот, видите, вы пришли к нам, и сразу произошло то, чего мы давно ждали. Вам спасибо большое, коллеги, благодарю вас за участие в работе тиражной комиссии. Приходите к нам почаще. Еще раз напоминаю вам о том, что вот они, праздничные тиражи. Праздничные тиражи 9 мая, 1 мая. Этим праздником посвящены наши праздничные тиражи 290 и 291. Сегодняшняя передача завершается на телеканале «Россия». Завершает ее наши старые добрые друзья. Шоу-группа «Доктор Ватсон». Большое спасибо. Большое спасибо, дорогие друзья.
майских праздничных тиражах «Русского лото» автомобили, квартиры и крупные денежные выигрыши. «Русское лото» и «Май» принесут вам удачу!